5 жителей городского округа Люберцы стали полноправными гражданами страны. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась накануне государственного праздника Дня России. С получением первого документа подростков поздравил депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Я вам желаю, чтобы сегодняшние наши молодые граждане, которые получают дополнительно к свидетельству о рождении паспорт гражданина Российской Федерации, чтобы у вас жизнь сложилась, чтобы вы шли гордо с этим паспортом, говоря о том, что вы граждане великой страны России. Мы очень хотим вами гордиться, чтобы вы достигали всех высот в этой жизни. Вместе с паспортом юным люберчанам вручили поздравительный адрес губернатора Московской области. Получать первый документ в торжественной обстановке могут все жители городского округа. Для этого при подаче заявления в МФЦ необходимо сообщить о своем пожелании.